Ладно, здесь поставим все, и на этом успокоимся. И улучшу эту башню все. Она в любом случае будет дамажить, даже если там высокая сопротивляемость, т.д. и т.п. Подобная ересь. Дэмэдж есть дэмэдж. О, а дальше раздвоение. У нас, оказывается, не заблокирована эта штука. Poison Arrows, ну, отравленные стрелы, да, 15 дэмэджа за 3 секунды. Гнев, короче, леса. В общем, призывает какую-то ловушку, что ли, которая наносит 40 дэмэджа каждую секунду за одну секунду. Так написано. Я не виноват. Ну ладно, это можно проапгрейдить. Я-то думал, что больше апгрейдов не будет. Я их не заметил, естественно. Так, мы никого не пропустили, пока я тут отвлекался на всякие зачитывания дурацких листовок, которые нам рекламируют башни. Куда? Твою мать. Тупой мелкий засранец. Просто тупой мелкий засранец. Не буду стоять больше эту дурацкую башню магическую. И этого говнюка не буду ремонтировать и т.д. и т.п. Может отремонтировать. Ладно, отремонтируем. Мало ли нам что-нибудь за это дадут потом. Пытаемся сконцентрироваться вокруг этой башни, чтобы она дамажила сразу все. А другие что будут дамажить? Хороший вопрос. Ладно, поехали, там разберемся. Пускай будет еще так. Хотя по-хорошему надо было поставить барак и не париться. Ладно, посмотрим. Но пока я не улучшил эту башню, маловато будет. Маловато дэмэджа будет. Если она одна будет по всем стрелять. Freedom! Так, не рановато ли я опять-таки нажал на вызов следующей волны? Хотя их не так уж и много здесь осталось. Но все равно напрягает, напрягает. Да, что-то я, по-моему, не подрасчитал. Ладно, если успеем улучшить эту башню, то будет все нормально, я думаю. Ну и поскорее бы нам дали вот это вот разветвление. Это будет интересно, если я нормально воспользуюсь этой башней. А не так, как в прошлый раз. Вы будете его убивать или как? Сколько у нее хп? 160? Ну, нормально. Не позже полчаса с ним бодаться. Куда побежал? Прыткий какой, а? Собрался куда-то бежать. Бойцы мои не особо против яда как-то выживают. Надо улучшить барак. Вообще все бараки надо улучшить, а то дохнут как мухи. И пропускает в результате. Так, улучшаем. Вызываем.
Я думаю, мы здесь все уничтожим, пока эти идут. Они довольно-таки медленные, поэтому бояться нечего, я думаю. В этом плане. В плане того, что мы что-то не успеем сделать к приходу противника. Ну а теперь будем копить золото. Больше ничего не остается делать. Ну вот на этом участке мы их довольно-таки хорошо задерживаем. А вот на этом участке уже не очень хорошо задерживаем. Ну и они, естественно, куда-то собрались все. Дружненько. Сколько там? 230. 230 монет стоит это улучшение. А куда собрался-то? Все-таки надо улучшать бараки. Это какой-то кошмар. Но все-таки сначала улучшим башню, чтобы она доставала. Чтобы она всюду прям доставала. И всех. Ну а теперь не грех улучшить бараки. Каждый хотя бы по одному разу. То, как я уже говорил, слишком быстро дохнут солдаты. В результате чего эти проходят просто. На пофиге. Но деньжат с них маловато, конечно, падает. Хотя их самих маловато. Просто они дохнут так медленно, что кажется, что полгода деньги не идут. Просто-напросто. Не тот барак в итоге улучшил, но я молодец, как обычно. Я думаю, здесь эти уже не пройдут никуда. Куда собрался? Я тебе сказал, никто не пройдет. Что непонятного? Самонадеянный попался. Так, а у них здесь написано 3-4, да? А сколько? 1-3, нормально. Сразу атака до максимума повышается. Получается. Нормально держат удар теперь. А без этого они, у них вообще нету брони, да? Я уже все улучшил. Да, я уже все улучшил. Теперь даже не посмотришь. А может и посмотришь. Ну-ка, где там? 1-3 лоу. Броня все-таки есть. Но так-то все равно лучше. С нормальным демеджем-то. Хотя у меня выживаемость бойцов на первом месте. А не урон. Урона и так хватает. От башни. Ну где вы там, а? Собираетесь просыпаться, выходить вообще на службу? Сидят там, чаевничают. Ждут, пока все сами с собой передохнут. Ну, тут вот этот вот крайний барак улучшать, а то что-то слишком напряжный как-то. Вот это я лоханулся, вот сейчас я солью. А вот сейчас я солью. Здесь три башни, в общем-то не солью, наверное, но... Это было эпичненько, когда я все в одного волка, которого и так убили, все слил. Постоянно какие-то ачивки. Куда вы мне их пихаете постоянно? Сколько можно ачивок? Идите нафиг со своими ачивками. Что там лучше? Покажите по этому. Вот, медиум броня теперь. Вот надо улучшать бараки до последнего уровня. Иначе эффекта особо никакого не будет. Потому что у них как была броня лоу, так и осталась броня лоу. И также дохнут, соответственно. Вот, другое дело. Теперь дохнуть не будет. Ну, по крайней мере, такими темпами. Такими темпами точно не будет дохнуть. Смотрите, все живые пока. У одного только наполовину здоровья упало и все. Нормально. Вот она, тактика победы. Без всяких нервов. Ну что там? Я уж думал, никто не вылезет. В развалочку. Не спеша. Вальяжненько. Без всяких напрягов. Выходят две матки.
По-моему, пришло время подыхать, да? Тебе так не кажется, паучиха? Так, ну, будем копить вот на... Ну, не знаю, на эту штуку или на эту штуку. 15 за 3 секунды. Точнее, 15 в течение 3 секунд. Точнее, 15 каждую секунду или 15 за все 3 секунды. Что-то я не понимаю. Что-то я не понимаю прикола. Странное описание довольно-таки. Ну ладно, улучшим за 300, которое... И не будем парить себе мозг. А вот этих надо было переставить еще давно. Черт, зачем я их улучшил? Ладно, плевать, пускай будут улучшенными стоять. Хуже от этого не будет, я думаю. Ну, здесь мы вроде никого не пропускаем. Воинов хватает, воины не подыхают, все нормально, все. Считайте, уровень пройден практически. Надо только вот эту вот башню улучшить, и все, и будет вообще зашибенски. Вот так вот. А это за 150 сколько, что? Ага. 2 секунды причиняет урон. Отлично, то есть уже 80 урона будет. Что-то я не вижу особого урона, надо сказать. Поверим на слово. 13-19. 13-19. Смешно. Смешной урон. Я так и не понял, что она там делает. Каждый удар она вызывает эту ловушку, которая 40 секунд дэмэдж причиняет. Точнее, 40 дэмэдж за 1 секунду. Или с какой-то долей вероятности. Так, господа, время улучшать себя. Улучшать свою живучесть. Нет, с какой-то долей вероятности вызывает ловушку. А куда вы собрались, господа хорошие? Нифига там машина идет, а? Чем я это останавливать все буду? Короче, метеоризм. Все, метеоризм решает все. Он делает мою судьбу, делает мой день. Так далее и тому подобное. Я пользуюсь метеоризмом и вам советую. Ну что вы там? Все, наубивались. Давайте следующую волну. Че стоять-то посредине поля без дела? Э, шо? Мародер. Медленная скорость. Средняя броня. Пройдет минус 3 жизни. Хорошо, заметано. Born to be wild. Born to be wild. Ты об этом? Так, две штуки мародеров. Сколько у них там здоровья? Здоровья-то у них не так уж и много, но броня. Броня. Броня, мать ваша, у меня ни одной этой магической башни-то и нету. Здрасте, приехали. Вот сейчас будет весело. Он, наверное, дамажит еще неплохо. На него все три солдата, по-моему, еще отвлеклись. А нет, не все три солдата, но все равно много кого.